А вот в Таиланде построят башню, аналогов которой нет пока в мире. Высота супербашни достигает 615 метров. Это почти в два раза больше самого высокого здания в Бангкоке. Высота небоскреба Biok Sai – 328 метров. Стоимость грядущего проекта Super Tower сейчас оценивается в 5,5 миллиардов долларов. В небоскребе разместятся люксовые гостиницы и офисы, а на крыше появится смотровая площадка и сад для прогулок. Новая высотка разместится на улице имени короля Рамы IX. Что же касается названия проекта, девелоперы не исключают, что к концу строительства оно может измениться.